вот сегодня у нас что, суббота? Мои питомцы ходят тут, смотрят, что тут такое у нас есть. Ну-ка, Стелла, давай посмотрим. У нас очень много рыбы. А эта рыба даже еще и дышит. Посмотрите. Она еще и дышит. Очень много рыбы мне привезли. Привези мне работу. Вот сейчас своим знакомым отдам. Может быть, они попотчиваются. Слишком много чистить. Нет, да? Каплер не хочет чистить. Да, Кеп? Капитан Каплер. Вот. Стелла тоже не хочет чистить. Вот так. Они у меня гуляют здесь, ходят по гаражу. И ничего не хотят делать. Кеп! Капитан Кеплер, ты не хочешь чистить рыбу? Нет, они отказываются все это делать. Говорит, это очень грязное дело. А рыба не ждет. Она лежит во льду, но в любом случае ее надо чистить. Вот так, мои хорошие. Приступаем к работе, к обработке рыбы. А на канале увидимся скоро. Я вас всех люблю. И надеюсь, у вас будет все хорошо. Пусть вам Господь помогает во всех начинаниях. И, конечно, здоровье. Сейчас нам надо здоровье. Всем надо здоровье. Пока-пока!